Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Котельная в поселке Гарь-Покровская – стратегически важный объект. Она обеспечивает теплом весь населенный пункт и две военные части. Однако состояние коммуникаций оставляло желать лучшего. С момента постройки, а это было почти 50 лет назад, капитальный ремонт здесь так и не проводился. В мае прошлого года объект передали в муниципальную собственность. В прошлом году проводили часть работ по текущему капитальному ремонту оборудования. В этом году ремонты продолжаются. Значит, два котла по четвертых ДКВР, один шестой. На объекте заменили наружные трубы теплоснабжения и горячей воды, насосы, запорную арматуру паропровода и другие элементы. Так называемой паровой котельной следует уделять особое внимание, говорят специалисты. Да, энергоэффективность паровых котлов намного ниже, чем у водогрейных, плюс пар. Это особо опасный производственный объект, паровая котельная. Поэтому решили установить новую блочно-модульную котельную. Уже проведены все закладные коммуникации. Теплотрассу, соответственно, в параллель тоже подводим. Сейчас ребята готовят анкер и будут заливать отдельно бетонный. Глава округа Андрей Иванов осмотрел состояние старого объекта и обсудил этапы возведения новой котельной. Завершить ее строительство планируют в четвертом квартале этого года. После запуска новой станции старую выведут из эксплуатации. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».